Скажи, как это здорово просыпаться под запах цветов? Можно так сказать? Ну, не могу сказать, что я просыпаюсь от запаха. Но я просыпаюсь, а рядом такой запах. Пахнут розы просто шикарно. Это мои из моего мини-сада под балконом. Классные, классные, классные. Желтые розы. Доброе утро! Ну что, я сейчас буду завтракать. На завтрак у меня Борис Юрьевич Александров. Две штучки. В белом шоколаде, в молочном шоколаде. Обожаю эти сырочки. Они сейчас стоят по скидке 34 рубля у нас. А без скидки там, по-моему, уже все 40. А то и больше. Ну, что делать? Жизнь дорожает. Вот такая красота. Расширила детям горизонты. Расширила манеж, туда поставила Дусин сральник. Ну, конечно, для них еще это бортики высокие, но мы же только начинаем учиться. Поэтому нужно сейчас, чтобы они видели, где мама кушает, где мама ходит в туалет. А там вот сами котятки у нас. Так вот они лежат. Небольшой навесиком сделала. Здесь дерево, которое можно будет драть. Еда, вода. Паштетиком сегодня уже носом их тыкала, но в основном его весь этот паштетик съела Дуся, причем две порции. Дусь, давай. Ну а так все. У детей все рядышком, все есть. Места стало побольше. Коврик сейчас постираю, постелю здесь их коврик. Пусть бегают, осваивают территорию, учатся водичку пить, учатся кушать, наблюдают, как мамочка. Какие дела, куда делает. Мама их всему научит. Вон оно как лежит, серое существо. Немножко открыла окошко проветрить. Вот такие у нас изменения. Так, малой пошел. Там несколько гранул осталось. Дуся не доела. Но он их вряд ли пока будет есть. Но пошел смотреть. Пусть лазит, высматривает игрушки их тут. А, Дусь, тебя зовут. Дусь, иди туда. Почему ты вот здесь лежишь, а? Чтобы мне не наступить было. Иди к детям. Лежи у детей. Или ты оборону? Дусь, как мне сесть-то? Ой, блин. Пока сядешь. Оборону держит от котов. Там-то не очень видно за стенки. Ну, в общем, вот такие у нас изменения. Доброе утро! Так, Дуся еду доела, а малой пошел знакомиться с мисками, с водой. Сейчас я еще схожу за детским паштетиком, положу им чуть-чуть попозже. Потому что все, что было в доме, Дуся уже съела. Вот черный, смотрите, к дереву пошел. Лапами в миску, правильно, что там. А серый дрыхнет. Ну, у нас сегодня такая погода дождливая. Я сама, блин, только в час дня встала. Водичка у них хорошая. То есть у меня котики пьют вот эту бутилированную воду, которую я покупаю себе. Котикам тоже. Ну, в общем, обживаются. Дуся тоже обживается. Что? Ты не хочешь с детьми лежать? Почему? Тут же теперь есть место. Тут много места, Дусь. Хочешь здесь лежи, хочешь там. Там у тебя еда, тут у тебя сразу. Ну нет. Ну, в общем, вот так вот. Такие делишки. Черный ходит, высматривает, а серый дрыхнет. Новая обстановка, не новая. Оно хочет спать.
Вот у серого более такой покладистый характер, более такой спокойный. То, что я уже вижу. А черный он такой, такой себе резвый. Наверное, парниша. Может, девчонка, не знаю. Что-то там с яйцами непонятное пока. Жду, пока вырастет, чтобы уже окончательно понять, кто это. Но характер как у мужика. Ну, в смысле, у пацана. Потому что обычно самочки спокойные, а вот пацаны такие шебутные. Вот это, видите, вот этот серый точно пацан, потому что там прям вот отчетливые яйца. Блин, гром громыхает. А тут наоборот. Точно пацан, а спит. А черный все. Пирожочек высматривает. Какие изменения, что случилось. К сральнику ты пойдешь? Еще не ходил. Сральничек чистый. Довольно-таки чистый. Я, в принципе, у нее часто меняю. Много не насыпаю песка этого. Часто меняю. Запаха не было. Все, девочки, мальчики, такие вот дела. Так что у котяток расширение пространства. Ну что, у меня завтрак, обед, не знаю, что это. Завтрак, в принципе, у меня уже был. Перекус, обед, ужин. Виноград, сливки с видом на котиков. То есть ты это точно не ешь. Вот зуб даю, не ешь. Все, приятного мне аппетита, вам тоже приятного аппетита, если кушаете. Что, сегодня покупки у меня просто огонь. Сангрию взяла такую, хотя сделала фотографию. Есть, оказывается, еще больше вариант. И вот это стоило месяц на 199 рублей, сейчас она стоит 181 рубль, а большая 300 с чем-то. Ну, потом после этого блока вставлю фотографию, где два варианта сангри продается. Пятерочка выручает. Так, потом, значит, взяла для котиков противоглистовой препарат. Это суспензия для котят и кошек менее 4 килограмм. Для Апшерона отдельные таблеточки потом куплю. Взяла два вот таких вот паштета с говядиной. По скидке по 29 рублей они. Потом вот такой вот новый какой-то продукт по 19 плюс 1, 2 плюс 1. Ну, вот взяла, один уже Апшерон ест. Так, Алискины паштеты. И взяла вот такой вот на пробу деткам паштет для кормящих кошек и котят с месяца. Роял Канин. Спросила тетеньку, можно ли его хранить открытым. Она сказала, да, говорит, переложите в баночку. Ну, переложу, потому что ну, они все это сразу не съедят. Ну, Дусь-то, может, съест, но мне-то надо котят начать кормить. Ну, в общем, вот такие вот дела. Такие покупки.
Еще раз всем привет. Вот такой сегодня влог. Сейчас буду делать котятам первый прикорм. Отдельно видео сделаю. Я, конечно, понимаю, что я уже задолбала своими котятами. Но что делать? Как вот можно такой мимишностью, такой радостью не делиться? Так что еще в ближайший месяц я буду продолжать задалбливать котятами. Но потом котят раздадим. Что-нибудь еще возникнет интересное. Жизнь такая штука. Сегодня одно, завтра другое. Поэтому пока наслаждаемся тем, что есть. А есть котятки. Все, шутка-минутка. На этом со всеми попрощаюсь. Хорошего всем дня. У нас пошел дождик. Короче, погода шепчет, спи. Угу. Все, всем пока-пока. Чего, Абсурон, на столе можно спать, да? Ты уверен? Ну ладно, если уверен, спи. Такой, знаете, внушительная красота у меня на столе. Да, внушительная красота.